людей, которые в деревню своровали, одну курицу их посадил на 5 лет, а премьер-министр, я ничего, конечно, не завидую, но у него есть замки, яхты, все что угодно, которое он взял из нашего бюджета. Из бюджета того парнишка, который работает в деревне, где нет работы. Он работает, и из-за того, что ему голод, он купил эту курицу, его посадили на 5 лет. Где справедливость? Я не хочу жить в таком государстве. Я говорю за женщину, потому что уже меня, все, хватит. Я была, я с собой была и осталась. Я сейчас, если тебе дала за все, бесплатную квартиру, бесплатное образование, хорошую работу в ней. Вы понимаете, дело в том, что все, на все на это деньги есть. Их просто воруют. Они нашли из наших карманов эти деньги, да, и за это яхты. Да. И какие-то 10% олигархов, они имеют больше денег, да, чем все остальные. Не 10, единицы. Единицы. Одна треть нищие совсем, они получают меньше 6 тысяч. Люди, как можно жить при наших тарифах, которые все растут? Образно говоря, я сам не москвич, я приехал из Тамбова. Да. Сказал своим гражданам, своим людям, которые живут в этом городе, что я тут буду стоять из-за них. Потому что я знаю, что... Просто простой пример. У меня была соседка, инвалидка, заслуженный педагог, ветеран войны. И когда я приехал, я сам выпускник интернатного учреждения, когда я приехал в дом себе, я увидел эту картину. Живет она в разрушенном доме, без канализации, без воды, без газа. Заслуженный учитель, педагог, инвалид и ветеран войны. Получает она пенсию 10 тысяч, 6 тысяч за коммуналку платит. Понимаете, на что жить? Все, хватит. Лекарства безумно дорогие. Лекарство это... Все, индивидуально лекарство умирает. А что сказал Рошаль? Наш Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской комиссии. Он трижды выступал в газетах, очень популярных, АИФИ, АИФ и еще какой-то. И он сказал немедленно отменить при это самое оптимизацию здравоохранения. Потому что врачей не хватает. И старики умирают дома. Опять-таки, касаясь здравоохранения, я опять не беру регион. Я приехал из Тамбова, опять-таки. У нас там ужасная ситуация. Вы представляете, когда я вот молодой, я не часто хожу в больницу. Но когда я прихожу в больницу, это толпы пенсионеров, которые записываются на неделю вперед. И факт в том, что они приходят в больницу, а им говорят: ребята, принесите свои шприцы, свой спирт и свои ватки. Это ужас. И постоянно эти возмущения, касаясь здравоохранения, видно, что воруют. У нас, понимаете, пенсионер, у него когда что-то с сердцем, да, он обязан встать на квоту, подождать месяц. Месяц. Мне сказали полгода. Нет, месяц его ставят на очередь, а только потом он там когда-то попадет к врачу. Сократили все медицинские учреждения, у нас закрыли больницу. У нас купили, с Москвы приехали люди и скупили всю территорию вокруг села. Люди с голода умирают. У них раньше была возможность, лет 10 назад, они хотя бы жили за счет того, что они выросли. Да, да. Сейчас работы вокруг поселка нет, за 40 километров. Вокруг все купили агрохолдинг, который повязан с правительством. И люди даже выходили, выгоняли трактора. Вот едет трактор, они выходили и не пускали трактор. Их забирали в милицию. И сейчас народ уже второй год, я звонил недавно своим односельчанам, и ужас в том, что урожая нету, растить его негде, землю все скупили, с фермерством отдельная вообще беда, там люди разводят свиней, крупный скот. Что вы думаете, приехали, сказали: у вас свинина грипп, побили всю скотину, в области строят комбинат для свиней, и вот это вот... дохлую свинину продают на прилавку. Людей лишают альтернативы. То есть если раньше могли пойти на рынок купить парную свинину сельскую, которую вырастили сами, то сейчас люди вынуждены покупать этот дохлый бекон, который химикатами... Я просто знаю людей, которые там работают.
Поэтому это ужасная вообще ситуация. И я считаю, что правильно все, кто сейчас находится сейчас на Тверской, это действительно патриоты России, это граждане, которые решили выйти и сказать нет всему этому. Потому что сейчас пришло время нового поколения. Власть, она устарела, надо обновлять кадры. Мы... только это, понимаете, вы вот осознали, вы приехали. А вот почему? Ведь идет преднамеренное уничтожение русского вопрос, населения. Зачем это Путину вы нужны, потому что нужны, если рабочие. У него есть колонка? Нет. Путину, у него есть нефтегазовая колонка. Зачем вы ему нужны? Зачем вам платить пенсию? Заводы закрываются, вам работают. Зачем вам платить? Есть бензоколонка, есть транзит газа и нефти. Сделать, загнать вас скорее в могилу. Да. Чтобы не платить пенсию. А нас, наше сознание превратить в сознание рабов. Да. Рабское сознание флебейское. У нас люди, мы собирались в компании, у нас должно было с нами пойти 15-20 человек в итоге. На сегодня шестеро. Приходят на шестеро. Нас шестеро. Те, кто действительно осмелились, пришли, потому что у нас девочка вышла с нами из метро, посмотрела на все это, посмотрела, сколько стоят пасек, нас мальчика задержали, то есть, ну, не задержали, а вот остановили, начали проверять паспорт, она сказала, нет, ребят, извините, я еду домой, я не хочу, чтобы меня задержали и просто там выбили какие-нибудь зубы. И, ну, вот такая ситуация. Дело в том, что вот этот блок информационный, который происходит на телеканалах, я сам являюсь студентом МГУ, философский факультет, первый курс. Вы не поверите, как мои однокурсники относятся к этому событию. Да, они слышать не хотят, они боятся. Они говорят, мы не хотим, чтобы вас отчислили. Я не понимаю, вот почему надо присмыкаться. Я помню, кто он был, Марков, вот этот пресс-секретарь. Он стоит, глаза у него такие. Навальный убрал 5 миллионов. А сколько Васильева наворовала, я извиняюсь, а? Что-то все тихо. И про Ходорковского. Он отсидел 10 лет, все он платил. Я читала книгу. Подождите, при чем тут Навальный или Ходорковский? А Навального подождите. Они уничтожили нет. Лидеров. Ребят, это не наши лидеры. Наш лидер — это закон, понимаете? Я сюда пришел не за Навального, не за Ходорковского. Я пришел сюда за Конституцию, потому что нарушается закон. Если мы прогоним, импичмент потребуем нашему царьку, то тогда надо будет знать, кого поставить. Мы должны понимать, что власть — это мы. Народ. Нам нужен человек, который представитель народа. Все. Никакой... Нам не надо ничего... Ребят, нам не нужно идти за кем-то, нам не нужны лидеры, нам не нужно ничего изобретать, у нас все есть, у нас есть не конституция, у нас есть правовой порядок, у нас правовое государство, нам не нужны лидеры, нам нужен представитель от населения, нам не нужен лидер Путин, понимаете, он нам не нужен, нам нужен человек, который представлял бы наши интересы. Мы не хотим идти за кем-то, и за Навальным мы тоже не идем, мы идем за себя, и если Навальный человек, который докажет... Свою способность отвечать на потребность народа, я за него проголосую. Вот он написал, что он лично напишет ЕСПЧ, кого будет задержан. Понимаете, я для себя решил, если это так и будет, то я 100% отдам голос за Навального, потому что он исполняет свои обещания. Извините, он делает титанический. Отдадите голос, но ваш голос до него не дойдет. Поэтому мы и вышли, чтобы нас голос был слышен. Понимаете? Мы и вышли не поэтому, чтобы мы могли... В стране сейчас реет конфликт. И если мы сейчас вышли, и наши голоса, голоса тысяч людей, которые вышли сейчас на эту улицу, окажутся тоже не услышаны, ни в новостях, нигде, вот увидите. Скорее всего, это не будет освещено. Людей будут забирать, людей будут арестовывать. Почему это? Но это не будет никак освещено, то мы просто понимаем, что действительно настало время для действительно решительных действий. Вы только этого поняли? Не просто мирной прогулки по улице, а действительно решительных действий идти вперед к свержению этой власти, потому что никто, кроме нас, этого не сможет сделать. Вот. Потому что ты говоришь, первый, второй канал. Вопрос не в том, что им льют с экрана ложь. Вопрос в том, что у людей нет потребности знать правду. Им удобно так сваливать свои неудачи. Я жил в деревне, и там все живут в нищете. Пол деревни живут в долг, берут продукты в магазине,
больше ни на чего. И они все поддерживают Путина. Они винят продавщиц за то, что зарплаты дорогие, но Путин хороший. Наше правительство привыкло к тому, что люди терпилы. Вот как сказал Медведев, ну, держитесь тут, да? И надо дать держаться понять, придется им уже. Да, что держаться придется им, потому что если наша мирная акция не будет услышана, будет немирными способами разогнана, то надо понимать, и правительство должно понимать, что впоследствии это перейдет к более сложным вытекающим обстоятельствам, будут гореть шины. О каком мирном может идти речь? Посмотрите, сюда со вчерашнего дня сгоняют МВД и так далее, дружинки непонятно, сейчас стоит дружина, мы ему задаем вопрос, какой вы право имеете наблюдать. Он говорит, я ничего, я просто помогаю. То есть, образно говоря, сейчас я иду по улице, меня хватает неизвестный человек без удостоверения только за то, что я против коррупции. Даже не против коррупции, мы просто ходим по нашему городу. Это наш город, это наша страна и это наш город. И почему мы должны перед кем-то оправдываться из-за того, что... Спрашивать разрешение, выходить и говорить. Хорошо, они не слышат наш голос, но мы можем говорить. И если мы говорим, то мне не нужно их разрешение, понимаете? Даже когда тебя, у тебя украли 1000 рублей, 1000, тебе не нужно разрешение для того, чтобы пойти в полицию и написать заявление. Да, так и нам. Они не должны были допустить того. Они в правительстве, депутаты Госдумы обязаны были начать это расследование. Получается, народ наплевали. Да. Кстати, никто не откликнулся. Да. Даже КПРФ, подождите, КПРФ, да. Молодцы. А даже Песков, я говорю, путинцы. Даже Песков, который вечный язык свой высовывает. И он промолчал, когда прошла эта Навальновская, да? Вот он все показал, ролики про медведя. Вот нам надо избавляться от этих скользких людей в нашем правительстве, потому что люди, пришедшие в страну, управлять страной с 90-х, они должны уйти. Объективно это так. Люди, которые пришли, не имея фактически, ну, многие из них, то есть в Госдуме не имеют даже образования, да, я просто знаю эту кухню, я знаю, у меня... Да, особенно вот это поклон. Ну, ребят, смотрите, теоретически, если у вас есть предприятие, вы нанимаете менеджера, вы платите за это предприятие. Если менеджер будет неэффективен, и если он будет предприятие вгонять в убыток, что вы сделаете? Вы поменяете менеджера? Да. Вот у нас сейчас неэффективный менеджер. Почему вы... мне стыдно за граждан России, главное, потому что настолько все молчат и присмыкаются. И главное, что наша страна никогда не выйдет с этим правительством на новый уровень. А почему? Потому что молодых пускают. Но кого пускают? Каких молодых? Стоп. Смотри, я хочу как-то объяснить. Кого пускают? Пускают кого? Тех, кто готов изгибаться. Да, изгибаться. Вот именно таких и пускают, которые готовы, которые не будут ярыми, которые не будут отстаивать интересы граждан, которые будут отстаивать интересы только вот этой ячейки правительства. В первую очередь они будут отстаивать ячейки правительства. Они будут ума, бояться, знаешь, понимаешь? Каждый вот держится на своем вот этом... как это объяснить, на своем ничтожестве, на своей вот этой мерзости, каждый держится друг за друга вот там, в этой системе. Причина в том, что берут именно Мирочка, ты не права. Понимаешь, дело в том, что наше поколение выросло при одном президенте. Мы не знаем альтернативы, да. Понимаете? Это и правда. Некоторым людям, молодым, им страшно, они не понимают. Их вырастили, их с малых лет, вот я в интернете рос, растили и нас с малых лет да. Растили и учили вас любить Путина, любить Единую Россию, любить и оправдывать все их поступки. Но в 90-е еще можно было что-то где-то найти, какую-то правду. Я помню, я к нотариусу пришла. А сейчас пришла. Одна правда написала. Там очередь. У нас одна правда, пятая колонна, это враги народа. Я позвонила, и мне помогли. Вы пятая колонна? Я пятая колонна. И мне все время соседки мои спрашивают, а деньги ты получаешь, ты на митинги ходишь? Что? Да, деньги. Да, мне тоже говорят. А я наоборот теряю, а нет, не приготовлен. С 11 года квартиру не убрала. Вы с Москвы сами? Да, я москвич. Вы понимаете, в Москве ситуация другая. Тут люди более, что ли, возбуждены в этом плане. Я опять приехал из региона, там вы не понимаете, сидит человек, нищий,
нищий, сидит человек, нищий, абсолютно, у него все. Я, допустим, общался с многодетной матерью, у него много детей, и она работает на трех работах. И она сидит, я ей пытаюсь объяснить, что проблема-то не в том, что мало платит, или в том, что там образование дорогое, или в том, что продукты дорогие. Проблема в том, что вы сидите, вините всех вокруг, и при этом молитесь на портрет Путина. Вы молитесь на портрет... Да что говорить про чужих людей? У меня сноха, моя сноха, она меня считает врагом народа. Она... Правда, человек путает, говорит, что Советский Союз и СССР — это два разных государства, но ничего важного. Я молюсь на разум. Я молюсь на адекватность, я молюсь на логичность. Я вообще не молюсь. Я тут, нет, я не собираюсь. Я сюда пришел, нам люди не могут себе позволить ничего купить в магазинах. Они да, по стране зарплата продают. Мои права выйти сейчас, и чтобы мы не какой. Люди ловят рыбу. Так что, Навальный придет, будет лучше жить? Безусловно. Мы считаем, и людей надо. Я человек Москвы, не знаю, что там происходит. Пятая колонна, враги народа. Они ловят рыбу. Зачем вы тогда мешаете? Я вот хотел бы задать вопрос, собственно. Именно о вашей точке зрения. Тут вопрос без четкого ответа. Мы здесь собрались, мы здесь все более-менее согласны. Да, неравнодушны. Мы тут все как бы подтверждаем мнение друг друга о том, что власть у нас коррупционная, ее нужно как-то менять, и вот это вот все. Это следующий вопрос. Да, 146 миллионов человек! Да. Так вот, ясное дело, что эта система, она достаточно крепкая, они все держатся друг за друга и поддерживают друг друга. Эта система поддерживает сама себя. Чтобы ее уничтожить, ну, чтобы изменить эту систему, нужна одна консолидированная сила. Какая? Вот. Почему одна? Или, смотрите, конечно, возможен союз некоторых сил. Но это маловероятно, потому что союз некоторых сил... Вы понимаете, это все романтические рассуждения. Нет, нет. Я союз, именно это... одна сила. Нет, должен быть слышен голос народа. Нам не нужны лидеры, нам не нужны союзы. Это все влечет за собой бюрократию. Нам нужен выборочный вообще институт, чтобы мы могли выбирать нет, тех, кого хотим. Я с этим нам согласен. Не нужны какая-то ветвь силы, которая диктует свои идеи, это... а вы хотите подчиняться. Мы это таким образом понятно. Лишаем граждан права выбора. Мы им не предоставляем альтернативу. Мы не слышим таким образом то, что они хотят. Мы им говорим либо правое, либо левое. Они, может, по центру хотят идти. Это вы, да, за идею демократии. Я с этим абсолютно согласен. Это не идея демократии. Это идея уважения личности. Да, я с этим согласен. Мы вас слышали. Да, то есть я с этим согласен. Нет, сейчас я уточню вопрос. Я за демократию. Я считаю, что должен быть слышен голос народа. Но народ за последнее время пока что не был способен уничтожить систему, которая...